в Эдинбурге. Приехали знакомые делать паспорт в миграционную службу, забирать, вернее, паспорта заграничные. А мы заодно решили прогуляться по достопримечательности. Мы там немножко высоко поднялись, здесь столько архитектурных достопримечательностей, очень круто. И мы решили, посмотреть то, что в тот раз Ньютон мы не досмотрели. Виды потрясающие, просто потрясающие. Здесь люди отдыхают, лежат. А вот тот домик, который мы видели тогда. Из этой горы виден центр Эдинбурга. Конечно, город впечатляет. Сегодня очень солнечно, красиво, тепло. Он может туда подняться, посмотреть. Это просто обалдеть. Это море или океан, что это омывает. Это Эдинбург с высоты. Я не знаю, птичьего, не птичьего, но это настолько восхитительно все. Просто восхитительные эмоции у меня, потому что я обожаю архитектуру, я обожаю вот этот вот колорит. И здесь, здесь собрано все. Наверное, я бы даже хотела бы здесь жить, потому что здесь настолько круто и здорово, что, блин, ну классно, кайф. Конечно, там, где сами постройки, я не люблю городской массив. А где-то за городом, где есть площадя, участки и частные дома. А вот что касается именно вот культурного такого момента, это очень круто. Я хочу на ту сторону, бачишь, там, где вот, значит, до тех домиков. Там тоже классно, там как раз опустили. Как любой исторический город, Эдинбург славится своими потрясающими улицами, зданиями, ну и также посещающие их людей.
Не исключением стала эта девочка, которая потрясла меня своими красивыми манящими глазами, а также викинги, шотландцы и вот такие прекрасные театральные люди, которые как статуи, все в бронзе, и потрясающие, выражающие себя люди. Ну и как же Шотландия без волынки, да, национального инструмента, и меня поразило то, что когда я вышла из магазина, я услышала гимн Украины. Мы долгое время гуляли и, естественно, проголодались. Мы решили найти суши-бар, чтобы перекусить. И как оказалось, что в этом суши-баре отвратительное обслуживание, очень грязно, при том, что подача очень интересная, но абсолютно невкусно. И я заметила, что вообще в Шотландии и, наверное, даже во всей Великобритании нет вкусных суш и ролл. Те, конечно, которые мы ели в Украине, это были самые бомбически вкусные роллы, суши и вообще продукция. Ну, а так, ну, перекусили, называется, как музыку послушали. Ты думаешь? Нет. Ну, конечно, в ее очень грязный туалет. Извините, конечно, что показываю, но я не рекомендую. Короче, я не рекомендую здесь кушать. Боже, ее суши не очень вкусные были. Суши еще плюс-минус, но макароны не очень вообще. Обслуживание отвратительное, поэтому я не рекомендую в Эдинбурге на главной улице ее суши. Так что ищите другие, более приятные места для обеда. Где прыгал? Листик из Украины. Это консульство. Улица названа в честь Владимира Зеленского. Извините, что русской. Улица названа в честь президента Украины Володимира Зеленського. Боже, наша мрія. Та це піздець, сука рашинська. Думаєш, я виріжу? Я не виріжу. Ну, це стадіон. Прапор.